Фестиваль Георгия Гараняна впервые прошел в Сочи в прошлом году как часть культурной программы Международного инвестиционного форума. И на этот раз царь джаз вернулся на курорт, чтобы вновь исполнить хиты, понятные как музыкальным гурманам, так и широкой публике. Первых участников фестиваля накануне принимали воздушные ворота курорта. Вчера вечером прибыл певец и шоумен Майкл Мвенса, дирижер и солист Анти Мартин Рисанин и тэп-дансер Ксения Пархатская. На сцене в Сочи танцовщица выступит впервые. Публику надо будет завоевать, это безусловно. Конечно, нервы щекочутся, потому что со мной будет на сцене такое огромное количество музыкантов, такой мощный оркестр. Сегодня будем пробовать уже некоторые композиции. Но что можно сказать, если это сентябрь, если это море, если это открытый воздух и джазовая музыка, такая же воплощающая такую же свободу, простор. Я думаю, это отличное место в нашей стране для проведения такого фестиваля. В рамках фестиваля проводится просветительская и благотворительная деятельность. В прошлом году сочинским учебным заведениям были предоставлены 400 приглашений и проведены бесплатные мастер-классы для молодых музыкантов. В Сочинском колледже искусств прошли занятия по степу и джазовой импровизации. Теперь уроки по вокалу со студентами проведут певцы из США и Швеции. А мастер-класс по танцам даст Ксения Пархатская. Занятия пройдут 19 сентября.